Данное видео записано специально для сайта repetit.ru. Добрый день, уважаемые родители и дети! Меня зовут Мария, и уже на протяжении 3 лет я занимаюсь преподаванием русского языка, также подготовкой к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР. В данном видео я хотела бы рассказать вам об особенностях своих занятий. В своей работе я придерживаюсь индивидуального подхода к каждому ребенку. На основе моего педагогического опыта могу сказать вам о том, что это увеличивает эффективность усвоения материала и приводит к положительным результатам за минимальный срок. Также свои занятия я провожу в онлайн-формате. Не нужно будет тратить время на поездки и подготовку к занятиям. А также данный формат не вызывает напряжения у ребенка, что также ведет к сравнительно быстрому достижению поставленных целей. На своих занятиях я уделяю внимание не только изучению школьного материала, но и в целом совершенствованию навыков использования русского языка в повседневной жизни. Русский язык – это не просто школьный предмет. Это инструмент общения, который мы используем ежедневно на протяжении всей жизни. И я научу пользоваться этим инструментом грамотно и с умом. Спасибо за внимание. Буду ждать вас на своих занятиях.